поехали на шоу в Самару и взяли марку. Мы катали просто сольные номера свои разные. Mm-hmm. Вот, он как раз вот только начал кататься на таком же, на хорошем уровне уже выучил элементы. Вот, и мы после репетиции его потеряли. Там все уехали обедать, и получилось так, что на обеде марка нету. Началась паника, все начали бегать, там организаторы, кто где. В итоге мы приезжаем на каток, а в раздевалке сидит Марк, вокруг него 20 разных детей от уровня от 14 лет до 7, и они его внимательно очень слушают, а он им что-то очень внимательно рассказывает, очень поучительно.